Всем доброго времени суток, с вами Елена. И в этом видео мне хотелось бы показать свои запасики. Запасики гелей для душа, шампуней, мыл и так далее и тому подобное. Приступим. Также по сроку годности хочу посмотреть. В общем, давайте вместе пошуршим. Поехали. Первый. Это гель для душа компании Oriflame, 250 миллилитров. Даже не гель для душа, а крем для душа. Одна из... Он до сих пор представлен в каталоге. Да, такой цветочный, приятный довольно-таки аромат. То есть он у меня не один, мне... Ароматы очень даже нравятся эти, поэтому густой. Посмотрите, довольно-таки густой, кремовая текстура, очень приятный и хороший. Следующий, также компании Oriflame, 250 миллилитров. Сейчас, секундочку. Да, 250 миллилитров. Артикул 35847, вдруг кто-то заинтересуется и захочет взять. Также цветочный аромат, крем для душа, также довольно-таки густой. Этот кремик для душа, кому интересно, 34866 артикул. Далее, компания Faberlic, и у меня довольно-таки... Много компании Faberlic гелей. Поэтому приступим. Один из суперфудов, да, смузи для душа. Также он до сих пор представлен в каталоге. Артикул 2454, 215 миллилитров. Не скажу, что густой, но и не жидкий. Так, сейчас, секундочку. Так. Далее. Также суперфуд смузи для тела с авокадо. Кому интересна информация, 215 миллилитров. Артикул 24-51. Такая вот текстурка. Далее. Мои из любимейших крем-гели для душа. Faberlic. Питательный, роскошная мягкость. Сильно останавливаться долго не буду. 250 миллилитров. 83,91. Далее. Также кремовый крем-гель для душа «Ароматное удовольствие» с фисташковым маслом. Артикул 86-77. Далее, мицеллярный для чувствительной кожи крем-гель с алоэ вера. Этот гипоаллергенный, 86-59. Закрываю тут сюда его. Так, далее. Освежающий. С молочными протеинами и освежающий мятой. 250 миллилитров. 83,92. Так. Далее. Один из весенних гели для душа – это изысканная орхидея, 25-30. Да, он у меня и не один, кто смотрит мои видео. Заказики, да, были. Далее, гель для душа «Сон в зимнюю ночь» – это лимитированная коллекция этого года. Приятный. Приятный такой, сейчас, секундочку. Да, приятный такой
хвойно-травяной такой аромат. Да, сейчас в каталоге его не встретишь, потому что это зимняя была лимитка. Так, секунду, 24,90, 200 миллилитров. Далее. К Дню Святого Валентина была выпущена вот такая вот. Такие гели для душа. Романтичная клубника. Очень приятно пахнет. Действительно, клубника. 25-20. Тику. Так. Далее. Также этого года гели для душа «Сладкое чудо». Вы знаете, по аромату это гель, вы знаете, похож на... Ой, также компании Faberlic, да, гели для душа, французское лакомство, по-моему. Но здесь вот прям сладким, действительно, «Сладкое чудо», сладким пирогом. 24,92, 200 миллилитров. Так, маленечко отъедем. Далее ботаника из серии «Вишневый цвет и хлопок». 250 миллилитров, 87,62 артикул. Далее также из серии «Ботаника» гель для душа «Мягкость и комфорт». Ромашка и овес. 87,59. Так. Наверное, вот сюда поставим. Далее также «Ботаника». Из серии «Ботаника» гель для душа «Тонус и энергия». Клюква и имбирь. 87,56, 250 миллилитров. Так, секундочку. Так. Далее. Компании Faberlic карамельная груша крем-гель. Приятный очень аромат. 200 миллилитров. 18,69 артикул. И последнее, что из Faberlic, это роза и фиалка из последнего моего заказика. 83,73. Так. Компания Faberlic. Все. Далее немного из компании Yves Rocher. Серии Jardin du Monde. Африканское какао. 200 миллилитров. Далее также из серии Jardin du Monde гватемальский орех макадамия. Питательный крем для душа. Очень приятно пахнет. Действительно, действительно пахнет орехом. Орехом. Да, и из описания, да, более чем 95% компонентов натурального происхождения. Да, это действительно так. Далее, лимитированные коллекции этого года гель для душа и ванны «Зимний лес». 400 миллилитров. Довольно-таки густые, не хуже орифлеймовских гелей. Густые, именно густые гели в компании Yves Rocher. Также лимитированная коллекция 400 миллилитров. Это гель для душа и ванны «Снежная сказка» с ароматом миндаля. С ароматом миндаля. 400 миллилитров. Так. Так, вот таким вот образом. Так, далее.
Также компании Yves Rocher гель для душа и ванны «Миндаль» и «Флэр д'оранж» с ароматом миндаля и «Флэр д'оранжа». 07-397 артикул. Здесь уже объем 200 мл. Аромат такой цветочный. Да, цветочный, как бы, ну, миндаля особо и не чувствую. Может быть, я не чувствую миндаля. И вот такие вот малышечки. Малышечки объемом 50 мл. Это гели для душа и ванны с органией и розой. Традиции хамама. Вот такие вот малюсенькие. Вот такие вот малюськи, малышки. Гелей очень много. Так, ну и шампуни маленько. В основном шампуни в использовании. Шампунь компании Faberlic, двойное питание с аминокислотами. Технология зимняя терапия, защита от низких температур и пересушивания. Интенсивное питание и блеск волос. Эффект антистатика. Действительно так, шампунь очень хороший. 250 мл, 77-72. Шампунь и еще один шампунь, купленный компанией Faberlic. Шампунь против перхоти с перитином цинка. Против перхоти и против выпадения волос морские минералы. 200 мл, 13,01 артикул. Далее. Так, сейчас секундочку я пододвину, чтобы мне можно было еще средства выставить, да, из моих запасиков. Так, ну и возвращаюсь опять. Далее давайте перейдем к жидким мылам. Тоже немного в запасиках, но есть. 190 мл. Это от компании Yves Rocher, лимитированная коллекция жидкого мыла для рук «Зимний лес» с хвойным цитрусом, с хвойно-цитрусовым ароматом. 190 мл. Далее. Так, значит, компания Yves Rocher, 190 мл. Так. Жидкое крем-мыло для рук, кокосовый орех. Также 190 мл, артикул 93-519. Так, от компании Yves Rocher у меня все. Так, нет, не все. Вот хотелось бы показать, да, еще. Солнечная линия, идеальный загар. Это у меня единственное средство. Защита от солнца. Солнцезащитное молочко для лица и тела. SPF 30. 73-728 артикул. Так, далее. Далее это жидкое мыло, оно у меня, скорее всего, единственное, одно из моих любимчиков. Это молоко и мед компании Oriflame. Густое. Молоко и мед 31-603. Оно до сих пор представлено 300 мл. Так. Жидкое мыло. Так, далее средства для интимной гигиены компания Oriflame очень хорошие.
Поэтому рекомендую, кто еще не знаком с этими средствами. Это успокаивающее. Так, артикул. Артикул не сказала. 34 499. Далее средства компании также Oriflame для интимной гигиены. Мягкий гель для интимной гигиены. Артикул 34 501. 34 501. И еще одно средство, да, для интимной гигиены. 30 мл с алоэ вера, очищающее. Артикул 31 326. Так, далее мыло. Мыло 200 мл компании Faberlic. Карамельная груша 1872. Соблазнительный аромат открывается сладкими нотами карамельной груши 1872. Артикул. Так, ну вот, собственно. Так, нет. И хотелось бы еще одни из по шампунькам, да, пробежаться. Это компании, такие сашетки компании Oriflame. 10 миллилитров. Это шампунь восстанавливающий. Да, восстанавливающий шампунь. Далее шампунь увлажняющий для блеска. То есть такие вот у меня сашетки. И шампунь для окрашенных волос по 10 миллилитров. Так. Три зубных пасты. Да. Маленько в моей коллекции, так сказать, остальные все в использовании, либо в пустых баночках уже. Это компании Oriflame. Зубная паста 31 132. Артикул. Далее компании Faberlic концентрированная зубная паста. Артикул 1633 с маслом австралийского чайного дерева и экстрактом голубого кипариса. Так, и отбеливающая концентрированная зубная паста. С отбеливающей системой и кислородным комплексом. Вот, в принципе, пока все, да, по средствам для душа. Душа, шампуни, да, мыла и так далее, и тому подобное. Еще хотелось бы пройтись, да, и посмотреть. Вот небольшие запасики, да, но есть. В следующем видео я хочу вам показать, какие у меня есть крема в наличии. Поэтому оставайтесь со мной. Всем доброго времени суток. Прекрасного настроения. И всем пока-пока.